Добрый день, молодые люди, меня зовут Эрик Жоков, и это «Добрая ночь», потому что 5 утра, и только что вышло обновление в CSGO. Господи, у меня эмоции зашкаливают. Сейчас я буду смотреть все с вами впервые. Господи, Valve, что вы творите? Это ваша магия, как у Apple, не знаю. Вас обсирают со всех сторон, но когда вы что-то делаете, это так круто. Запускаем CS. The jungle. Primeval home to an exotic assortment of rare species. None more rare than the murky-breasted pygmy jungle fowl. Операция вышла реально... очень быстро после прошлого. Поняли, что бабки. 1080 рублей стоит операция, пропуск. Я тебя не слышу. Сейчас. Рэмбо, реально. И это не коллаборация? Если это не коллаборация с Рэмбо, то я буду в шоке. Они просто взяли Рэмбо и используют? Рифт. Блин, так забавно, я не знаю, что это. Спойлер. Если вы зайдете в CSGO еще раз, будет новый тизер. Они меняются. Карта Лейк. Танос. Я не верю, что это происходит. Это не похоже на Valve. Сейчас 7 утра, я позвонил, разбудил монтажера, превьюмейкера. И сейчас мы все работаем над этим роликом, чтобы было бы все это оперативно и самое главное информативно. Я в этом ролике расскажу все от начала до конца, без какой-то воды. Все будет очень коротко. Поэтому я буду очень рад, если вы поставите лайк под этим роликом и подпишитесь на канал. Это... я думаю, стоит того. Ну и самое главное, чем больше лайков, тем больше я открою кейсов в следующем ролике. Я впервые сделаю X5. Да, именно X5. То есть вы ставите 10 тысяч лайков, я открываю 50 кейсов. Вы ставите 20 тысяч лайков, я открываю 100 кейсов. Такие дела. Все в ваших руках. Ну а мы продолжаем. Что же добавили гребаные Valve? Сейчас будет все в джунглях, наверное. Вау. Купить пропуск, как же это классно! Давайте смотреть, что добавили в итоге. Вот так выглядит страничка с обновлениями. Мы видим сразу же три модельки. Это женщина кто-то, Рэмбо и женщина Рэмбо. Операция Riptide. Сразу же у нас три медальки. А нет, их тут четыре. Вы можете их апгрейдить. Приватная очередь. Твоя приватная очередь к Valve серверам. Это что за... они сделали свое создание матча. Steam Group, приват очередь. Кошмар, это означает, что если вы сидите в какой-то группе, к примеру, Na'Vi, то вы можете запускать матчмейкинг и так далее только среди тех людей, которые есть в этой группе. Это просто не похоже на Valve. Новая операция получается, ну, тот же самый стиль. Вы можете прокачивать свою медальку, купить звезды. Я надеюсь, что после этой операции наша выручка на шоке не упадет. Ребята из Valve, вы что делаете? Новые агенты. Riptide Case, Train Collection 2021, Mirage Collection 2021, Dust 2 Collection 2021. Это ж новые кейсы? Это новые скины? Сколько они их добавили, вы рофлите? Они добавили огромное количество новых кейсов. Щит, боже, я не хочу вам спойлерить, но добавили щит. Vertigo Collection, Riptide Patches, наклейки и Surf Shop Stickers. Я не знаю, что такое Surf Shop Stickers, сейчас будем все изучать. Миссии в операции подверглись капитальному ремонту. Господи, они стали интересные. Охота за мусором, миссии с граффити и многое другое. Продолжая двигаться, пройдите ряд контрольных точек, чтобы завершить свою миссию. Добивайтесь стабильного прогресса в гринде за выполнение миссии. Операция добавила у нас щит. Но она вроде добавилась только в режим обычный, где есть заложники. Я правильно понимаю, Настя? Да, только на случайных картах с заложниками. Короткие матчи. Хотите набор правил соревнований, но у вас нет времени на более длительный матч? Но в Доте ведь есть короткие матчи, они повторили. В коротких матчах вы получите соревновательный опыт 5 на 5, сжатый матч из 16 раундов, который длится около 25 минут. Шорт матч. Боже. Круто. Это сильное обновление. Свободно для всех, бой на смерть. Иногда нужно просто пострелять по мишеням. В режиме free fall. For all this match, даже ваши товарищи по команде враги. Наконец-то вы это додумались. Они повторяют наш this match. Командная битва на смерть. Работайте вместе, чтобы стать первой командой, совершившей 100 убийств. О, это круто. Это же то же самое в Call of Duty есть. Сбрасываемые гранаты. Единственное, что лучше, чем полезное обучение, это научиться делиться. Гранаты теперь можно сбрасывать в большинстве игровых режимов. О боже. И это все перед мажором. Дебилы. Надеюсь... изменения коснутся после
мажора для проигроков. М4-1С теперь наносит больше повреждений телу, а дигл немного меньше. А если вы ищете дуал береты, они стали просто дешевле. Изменение карты. Заблокирована видимость мида от точки возрождения Т в DAS 2. Действительно. В режиме гонка вооружений была изменена последовательность оружия. И вы получите ручки здоровья, если вы в ударе. Короче, если вы будете убивать много подряд, вы получите аптечку. Карты представлены в Riptide. Ravine, Extraction, Assault. Ну, карты как-то не вызывают эффекта. Вау. Выбирайте свои награды. Сбор рептитных агентов. А это новые, получается, у нас модельки. Ну, это забавненькие. Но я Рэмбо буду только брать. Партизанская война. Господи, что они сделали? Ну, это, блин, это уже какая-то мультяшка началась, конечно. О, господи, как же это неожиданно. Я на это все смотрю и понимаю, Валев, вы... Чего творите? Это сколько времени вы делали это обновление? Выглядит очень масштабно. Не похоже на Valve вообще. В кейсе для оружия Riptide представлены 17 вариантов отделки оружия, разработанных сообществом. А также ножи гамма-доппер в качестве редких специальных предметов. Ну, плохое, так скучное. Господи! Коллаж красивенький. Красиво. Нормально, ну больше красиво, чем нет. Это что за кейс, где все красивое, Настя? Тебе же тоже нравится? Половину, больше половины, да. Коллекция стикеров Riptide. Украсьте свое оружие 14 наклейками на тему операции. Я понял? Коллекция поездок 2021. О боже. Белый просто юсп. Ого, револьвер пламя, но что бы вы ни делали с револьвером, ничего не спасет этого, это оружие, конечно, к сожалению. Сапфауная. Нашивочки прикольненькие. Вот это хорошенько. Еще один кейс. Это все коллекции. О, это звучит и выглядит очень дорого и похоже на что-то вроде Гунира или Драгонлора. Почему с... Вальф? Что с вами не так? Что вы выпили там? Это нечто. Ну, тут скучные скины. Коллекция наклейки Riptide Surf. А Surf при чем это здесь? Коллекция еще одна. Золотой коллаж. Это... Ладно, не буду шутить. Слушайте, ну... Скинов добавили очень много. В жизни я такое не видел. Чтобы столько добавили. Еще Vertigo. Surf написано? А, нет, что это такое? Ну, прям такое сказать, что мне очень нравится, здесь нет. Вот первые два вроде были неплохие. Купить пропуск. Надо покупать. Открыть миссии. Бой насмерть, мираж. Совершать убийства в различных местах. Господи. Они реально пересмотрели, Настя. Ты это видишь? Да, вижу. Очень хорошо они это сделали. Запретная зона, блоксайт. Как много миссий, кстати. Блин. Вальф, вы что... Вальф, что с вами стало? С каких пор они занимаются игрой? Они включили бой насмерть, запретную зону, соревновательные, напарники, стражи и обычные. То есть в каждом режиме у них по миссии. Я скажу вам так. Вот это обновление, где есть большое количество вариаций, как его выполнять, это респект. Это правда, что нужно. Потому что если они бы опубликовали бы те же миссии, это было бы никак не интересно. Небольшая рекламная интеграция на сайте КСФЛ, и это спонсор не этого ролика, а следующего, потому что я буду открывать гребаные звездочки и кейсы. Я поставил $300 прямо сейчас на X2. И в случае, если падает синий, то мы забираем бабки. Да, мы заработали сейчас плюс $30, и это равняется нож. Я поставлю $30, а не даже 40 на X2. И $10 поставлю на краше. Так, давайте поставим на X5. Да, господи, два ножа. Просто два ножа прямо сейчас. А тут прогорела наша ставка, черт. Но эти два ножа я оставлю на следующую интеграцию. Посмотрим, что мы сможем выжить из $140. Ссылка на CashFail есть в описании. И... Всем приятных игр, а мы возвращаемся к ролику. Я сейчас куплю этот пропуск. Он стоит $15, если говорить про доллары. И посмотрим, будет ли какая-то новая анимация, использовать предмет. Мне падает сразу же монета в худшем качестве. И есть одна звезда. Коллекция Train, самая дорогая. А что это такое?
Почему мне показывают только два оружия? Типа это красное, да? Купить набор из 9 звезд. Ладно, хорошо, вы меня покупаете. А нет, стоп. Нет, сейчас я это не буду делать. Это будет в другом ролике. Я куплю сейчас 4 звездочки и прокручу так. А как потратить? Купить набор из 95 звезд? Это что такое? Я не понимаю. Это что? Шанс 50 на 50? Либо М-ка, либо Дигл? Ой, либо Глок? Что это? Что я сейчас сделал? Они добавили новый режим. Я сейчас за 100 монет выбил либо это, либо это. А что дороже? Зачем я это сделал? Давайте здесь потратим 4 звезды. Потратить 1 звезду. О, мне кажется, это хороший подгончик. Слушайте, очень-очень интересно. Ну, кстати, насчет цены на эти пушки, мне кажется, они будут как раз и стоить $44, $44. То есть, либо $50 каждый. То есть, больше они не смогут стоить, ну, логически. Поэтому ценность, наверное, будет именно вот в этих коллекциях, где шанс выбить намного меньше. Наверное, вот этот коллаж будет флагманом среди всего этого обновления. И этот авик. Ну, этот авик не так сильно, как этот коллаж. Ладно, хорошо, вы мне... Хорошо, Вальф, хорошо. Я покупаю звезды. Хорошо. Вы меня покупаете, хорошо. Дайте коллаж, и мы разойдемся. Спокойно. Хорошо. Даст два коллекции, кстати. Еще раз. Все, остальное будет уже в отдельном ролике, ребят. Нет, не упало нам ничего. Я не знаю, сколько этот клок стоит, но он у нас после полевых. А, вот только суть будет как раз-таки в качестве. В этом... 50 на 50. Интересно. Я хочу Рэмбо. Очень сильно хочу Рэмбо. Вот самого брутального. Но это вроде он. Да, нет, самый брутальный вот этот. Этот какой-то сломанный. Мне вот этот нравится. Но я больше не хочу. Коллекция, даст 2, кейс, операция, хищник. А, давайте кейс откроем. А, нет, стоп, это не открыть. Ну, ладно, давайте я куплю и открою уже за бабки. Прокрутка кейса нового. Хищные воды. Есть, кайф, круто. Я хочу еще. Если что, здесь самое интересное, это коллаж и Дигл. Как это неожиданно. Второе открытие. Мимо. О, хоть что-то. Не знаю, сколько это стоит. Сейчас ценник я не буду смотреть, потому что они неадекватные. Сейчас это фейк, сумма будет написана там. И последний кейс. Это уже пятый за этот ролик. Больше не хочу. Это все в азартных роликах, чуть позже. Все, остальное дальше. Но сейчас мы посмотрим некоторые маленькие изменения. К примеру, на Дасте. Оно большое, ладно, сейчас вам покажу. Давайте пройдемся по обновлениям. Запускаем игру, и мы видим то, что поменялся интерфейс, переместилось все налево. И в целом выглядит это удобно, могу сказать честно. А так, закрытый подбор. Это функция, которая позволяет тебе играть с друзьями на закрытом сервере от Valve. Это убийство некоторых конкурентов. 64-й секрет. Единственное, что здесь плохо. Я могу создать матч, используя вот этот код. Либо играть с теми людьми, которые находятся в этой группе Steam, Cybershock. Все те, кто находится и те, кто в поиске, будут играть на моем сервере. Там нет звания, там нет никаких рангов, это просто игра по фану. Ну и третий, это войти по коду, вам дают человек код свой, и вы заходите к нему в пати. Вот такая вот интересная история. Valve, это на вас не похоже. Круто. Бой насмерть. Теперь появилась фича. Команда на команду. Это как Call of Duty. Все против всех. Это как на десматче Сабершока. И классик. Две команды, у каждого игрока свой счет. Давайте я попробую посмотреть, что такое все против всех. Сейчас запустится Сабершок. Так, реально Сабершок. Так, 64-й секрет, ничего не изменилось. Анимация падения игроков, она же странная здесь. У меня глюки или падения отличаются? Они по-другому начали падать. Это 100%. Это 100%. Либо я дебил. Тут выбирайте сами. Вот оно. Это 1.6. Добрый день. Закрыли видимость. Плюс это или минус? Напишите в комментариях. Мне кажется, любые изменения, такие кардинальные, равняются интересу игроков и хайпу. Это классно. Теперь можно смотреть на... Даже так нельзя смотреть. Это нечто. Это правда нечто. Вот если бы был бы Тикрейт 128, тут уже нужно было бы задуматься о конкуренте. Команда на команду. Я зашел на сервер, и в итоге тут ничего интересного. Просто кто набирает 100 очков, тот и выигрывает. То есть Терам еще 2 очка, и они выиграли. Все. Ну...
Ладно, такое, ну, типа, круто, наверное. Короткие матчи в CSGO. Да, они появились. Выберите длительность игры. Теперь можно выбрать короткую игру, и вы будете играть до 9 победных раундов. Я не буду это показывать, это обычно будет матчмейкинг, просто в 2 раза меньше, и все. Ну что ж, как это работает? Погнали! Джи. Это нечто. Подхожу, подбираю. Вальф. Респект. Кстати, еще, они спустили урон Дигла. Теперь он стреляет хуже. Береты теперь стоят $300. Такая вот история интересная. Я прошелся очень быстро по этому обновлению. Это были мои первые эмоции. Молодые люди, ожидайте. Сейчас будет такой экшен на канале. Хоть у меня ролик готов с Сеней, с клубами, с инсилия, но надо это все задолжить. И приковать новые кейсы, новые операции, новые модельки. Господи. Сейчас все эти обновления пойдут на Сабишок. Настя, тебе придется сейчас работать, эти все скины добавлять. Эх, я знаю. Спасибо большое всем, кто посмотрел этот ролик со мной. Эти мои первые были эмоции. Надеюсь, то, что они были и ваши первые. Остается только ждать мои новые ролики на эту тему. Поэтому я с тобой прощаюсь, но ненадолго. Пожалуйста, подпишись, чтобы не пропустить новый ролик по этому обновлению. С тобой был я, Эрик Шоков. Пока.